Re, viss ēters ir te! Добрый вечер всем, кто нас смотрит. Я от души поздравляю с началом этого телевизионного сезона своих коллег и своих любимых телезрителей. Ну что ж, для того, чтобы сезон начался по-настоящему феерично, я думала, с чего бы начать. И решила, что первый международный фестиваль «Фламенко» – это самый лучший повод для того, чтобы нам с вами встретиться и встретить наших гостей. Добро пожаловать в нашу студию. Сегодня с нами организаторы фестиваля «Фламенко» в Риге. Сегодня с нами гости фестиваля. Но начну, наверное, все-таки с Марины Брекки, которая нам и представит весь этот яркий музыкальный и танцевальный люд. Поздравляю вас с началом фестиваля. Спасибо большое, Илона. Добрый вечер, уважаемые зрители. Я хотела представить всех сегодняшних гостей. И первая по правую руку сидит у меня, это Илза Зариня, руководитель экзотического центра танца «Алегрия» в Риге. Далее София Плиско, начинающая певица фламенко, но уже с опытом пения других жанров. Сара Хименес. Это наши гости, да? Сара Хименес. Наши гости из Испании. Испания приехала к нам. Сара танцовщица, хореограф, в бывшем модель также. И сегодня она тоже представит, вы увидите прекрасное шоу. Ола. Hola. Алисия Моралес, певица Кантаора из Гранады, также наши гости из Испании, и мы так счастливы, что они приехали к нам на фестиваль и будут радовать нас и наших зрителей. Далее Екатерина Ковтун, московская звезда из России, прекрасная, обворожительная танцовщица, умелый хореограф и тоже значимая персона, которая также не только учится в Испании у испанских мастеров, но и танцует там. Ну и наша компания была бы не полной, если бы у нас не было мужчины. И слава богу, он у нас есть. И очень хорошо, что он сегодня с испанской гитарой. Конечно, это Иван Палмеро, гитара. Невозможно, немыслимо представить себе фламенко без гитары. И сегодня мы приветствуем Иван Палмеро из Гранады, гитара. Ну вот, с какой любовью, с каким чувством, Марина, вы произносите все эти имена и даже немножко регалии. Но мне бы хотелось, может быть, обратиться к нашей московской гости, к Екатерине, у которой просто потрясающее, во-первых, платье. Это отдельная тема, и как хорошо, что мы на телевидении сейчас для того, чтобы увидеть всю эту красоту. Может быть, в двух словах, я понимаю, что это тяжелое задание, а что такое фламенко? Мы понимаем, что это и музыка, и танец, и музыкальные инструменты. Но вообще, что это? Да, вы правильно сказали, это три единства. Пение, гитара и танца. Пение – это первый возникший вид фламенко, которым потом приснилась гитара и танец. И сейчас это искусство, которое впитало в себя влияние очень разных культур. Помимо цыган андалузских, это и арабская, еврейская, индийская культуры. И эта культура сейчас превратилась в образ жизни, который объединяет очень многих любителей не только танца, но и музыки во всем мире. Ну вот вы говорите «во всем мире», а я спрошу у наших, а у нас откуда такая тяга к фламенко в Латвии? Ведь вроде бы разные темпераменты, у нас совершенно другие народные танцы, но мы чувствуем эту любовь. Как вы думаете, откуда? Я думаю, что у нас мы тянемся к экзотике, потому что это все-таки мир фантазии немножко, и это нас релакс, это нам дает релакс. Ага. Yeah. То есть вот эта вся реальная работа, потные лбы, усталые мышцы, это значит релакс такой. Я предлагаю не мучить наших зрителей и все-таки представить им хотя бы часть, небольшую часть программы, всех мы еще успеем сегодня пригласить, и дадим понять, вот что, собственно, зачем нужны фестивали, вот зачем нужно это общение, чтобы артисты из разных стран могли выйти в любой момент на одну сцену и почувствовать общее, общий танец, общую культуру, которая называется фламенко. Просим. Алла.
Спасибо большое. Ну, мы поняли. Ровная спина ровнее не бывает. Еще испанские женщины, которые исполняют фламенко, очень легко поднимают свои юбки, им это не страшно. Может быть, что-то еще новое, глобальное? Я думаю, что очень многое мы можем узнать на фестивале. Марин, о программе фестиваля, собственно, когда мы сможем прийти и увидеть? И тех, кто участвует в конкурсе. Среди них и наша юная гостья София. И мы увидим выступление самих испанцев. Конечно, конечно. Сегодня, 23 числа, именно первый день открытия, официальное открытие международного фестиваля фламенко «Оле». И он уже начинается с обширной программы дня, и каждый день программа есть для, как для участников, так и для зрителей. Сегодня у нас мастер-классы у наших педагогов, присутствующих здесь, да. Завтра будет экскурсионная программа для участников, экскурсия на Дзинтерс, потом в нашем известном и любимом кафе «Лидо». Ну, будете знакомить с нашими достопримечательностями. Конечно, обязательно. Также когда конкурс пройдет? Конкурс пройдет в четверг в 7 часов вечера. И продолжение его, и фактически результаты этого конкурса и заключительный концепт произойдет в пятницу в 7 часов вечера в Доме Москвы. Вот туда мы всех и зовем. Туда всех приглашаем. Будет замечательный концерт, где будут выступать испанцы. Целый испанский блок, 45 минут, будут выступать наши дорогие гости, артисты. Кстати, как испанцы, так и международные группы из других стран вместе с испанцами. Тут действительно можно будет познакомиться с жанрами, направлениями, индивидуальными выступлениями. Здесь будут и музыканты, и вокалисты, здесь будут и танцоры. Вот если хочется получше узнать, что такое фламенко, надо приходить на фестиваль. Но следующий вопрос мне бы хотелось задать Софии, как человеку, который только начинает свой путь во фламенко. Почему тебя привлекает именно этот жанр, этот сложный, вроде бы далекий от Латвии жанр? Да, я уже с детства как-то заинтересовалась испанской культурой и все время мечтала выучить язык. И как-то моя жизнь сложилась так, что я пошла учиться именно с испанским языком. Я начала петь, участвовать в театральных кружках. И это мне так пошло дальше-дальше, зажгло. И стало уже таким родным. И стало даже, родным, да? Да. Я чувствую, что как бы Испания – это как моя вторая родина, можно сказать. Ну что ж, мне хочется поприветствовать наших гостей из Испании, из Москвы, и сказать спасибо за то, что мир становится таким открытым и таким жарким, горячим от фламенко. Спасибо организаторам. Я думаю, что мы с нашими телезрителями встречаемся в пятницу и смотрим, слушаем и отбиваем все свои ладоши. Удачи фестивалю! И продолжение в следующем году. Спасибо моим дорогим гостям фламенко. Ну и под занавес мы попросим Ивана немного музыки. Please, little bit of live music. Спасибо всем. Спасибо и чао всем. Спасибо. Спасибо. До встречи на следующей неделе. И пусть музыки в вашей жизни будет больше. Чао! До свидания!